Тем временем эпидпорог по ОРВИ в области по-прежнему значительно превышен на 76%. Об этом рассказали специалисты регионального Минздрава. За неделю в области заболели ОРВИ 28 тысяч человек, из них 16 тысяч детей. В областном центре эпидпорог сейчас превышен на 60%. В связи с этим во всех медицинских учреждениях региона сейчас вводится ряд противоэпидемических мероприятий. А именно масочный режим, регулярное проветривание, кварцевание и влажная уборка помещений.